выголова их закроет. Настоящим открытием этого чемпионата стал Джейсон Браун. Второе место у него в соревнованиях мужчин. Фигурист очень яркий, со своим неповторимым стилем, со своим почерком. Высокие баллы получал здесь за компоненты, но я отмечу, что он вообще выиграл произвольную программу. По сумме оказался вторым, короткий произвольный, но произвольную выиграл у чемпиона Джошуа Ферриса. И вот такой необычный показательный номер. Специалисты отмечают очень хорошее качество скольжения его, высокий очень уровень вращений. Ну и к тому же он стал стабильно выполнять тройной аксель в этом сезоне. Прежде были некоторые проблемы. Но вот сейчас он уже больше похож на привычного нам Джейсона Брауна. Без очков и без этой устрашающей шапки. Наверное, вот такими и должны быть показательные номера. С юмором. Джейсон запомнился и очень грамотным построением своих программ, но в частности в произвольной. Он во второй части, что особо ценится и получает дополнительные бонусы, выполнил два сложных очень каскада, за которые в сумме заработал 23 балла. Почти треть того, что он получил за технику в произвольной программе. В общем, очень здесь всем понравился Джейсон. И мы, конечно, желаем ему новых ярких побед. Тем более, в американском фигурном катании сейчас нет явного лидера. Есть группа сильных спортсменов. Майнер, Риппон, Эббот. Вот Феррис подошел тоже. Чемпион мира среди